Здорово, молодой, с вами Дима Табу. Сегодня я расскажу, как быстро пройти испытания метателей. Сделай легчайшие катки и получай два красивых пина супер огрома. Первый этап — зачистка, территория кемпинга. Состав бойцов: Тик, Брок, Рико. Первая каточка. Тик центр, Брок справа, Рико слева. Вторая каточка. Второй этап. Горячая зона, разрыв. Состав бойцов: Гейл, Рико, Эль Примо. Первая каточка. Позиция: Эль Примо, Гейл слева, Рико справа. Вторая каточка. Третий этап. Ограбление. Причудливая изгородь. Состав бойцов: Эмс, Дэрил, Брок. Первая каточка. Эмс слева, Дэрил справа. Брок раскрывает карту. Вторая каточка. Четвертый этап. Захват кристаллов. Холодильная камера. Состав бойцов: Ева, Рико, Брок. Первая каточка. Рико слева. Брок центр на раскрытие. Ева справа и поддержка центра. Каточка. Пятый этап. Нокаут, компромисс. Состав бойцов: Ева, Рико, Брок. Первая каточка. Брок центр открывает всю карту. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Каточка. Anything you need. Your mind's got the king.
I still go. I never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go. Изи испытания. Снайпером Матвеем сидели в Дискорде, а Брок у нас был рандомом. То есть ставь лойс. Я выйду, потому что Влад и Никита зашел. Да, зашел Влад и Никита. Кто зашел? Можно еще одного. Один тут бот, оставься. Типа, эй, пожалуйста. Войдите в телегу, там же есть. Ссылка. Сима.